Здравствуйте, ребята. Сейчас я направляюсь на съемку с фотографом. Мы будем снимать для моего блога. Знаете что, я, наверное, как всегда опоздаю. Я не знаю, почему мои волосы выглядят так ужасно. Я их вчера мыла и выглядят такими жирными. Обычно у меня так никогда не бывает. Это называется закон подлости. Метро. Вот мы и пожаловали. Я все-таки опоздала. Сейчас я иду к фотографу, и мы начнем снимать. Это очень клевая улица, называется Notting Hill. И тут очень красивые здания. Смотрите, какое красивое окно. Вот о чем я говорю. Цветы повсюду просто. Боже, это просто офигенно. Написано, заставил тебя посмотреть. Впрямь. Фотосессия закончилась. Господи, я так устала ходить на этих каблуках, вы не представляете. Серьезно, я делаю без носков, поскольку я проснулась и не смогла нигде найти свои носки. Я опаздывала, я просто их одела на голую ногу, и сейчас у меня нога кровит, наверное, внутри. Я хочу просто дойти до отеля, сменить эти туфли, а потом я как дебил снова вернусь в то же место, где я была. Просто с нормальными туфлями, чтобы ходить, смотреть, потому что там очень красиво и много всего, и я хочу от души там походить. Все маркеты закрываются, а сколько они закрываются? В 5, и я хочу очень сильно, хочу успеть, там столько всего крутого было, вы не представляете. Я решила оставить пальто в номере, поскольку довольно-таки хорошая погода сегодня. Я так сильно люблю путешествовать и смотреть на новые места, что меня не может остановить ни моя простуда, ни эта дикая боль в ногах. Но мне пофиг, потому что я хочу, реально я очень хочу увидеть как можно больше всего, прежде чем я уеду. Иначе мне будет обидно. Сегодня мы с моими подругами все в разных местах. Одна пошла в музей Виктории и Альберта, другая пошла в Букингемский дворец, а я иду в винтажный маркет. Мы все такие разные. Я тоже, если честно, хочу пойти в Букингемский дворец, но не знаю, если я не успею, то пойду завтра. А если вообще не успею, то не сильно расстроюсь. Эй! Ты фильмил себя? Да. Кстати, фотограф был очень добреньким, и он мне посоветовал интересные места в Лондоне, которые я тоже скоро посмотрю. Я вам оставлю его страницу на Фейсбуке, вы можете посмотреть его работу, если вам интересно. Да. Мне вот интересно, меня вообще слышно, просто я себя лично с трудом слышу из-за звука машин. Надеюсь, в конце концов вы будете меня слышать. И в очередной раз я в метро. Смотрите, какой милый винтажный магазин. Тут, конечно, было очень милое место, но это не совсем мой стиль, поэтому я там себе ничего не нашла. Я чуть не врезала столб. Я хочу найти что-то более, не знаю, гранж-стайл, наверное. Мне не очень нравится пин-ап-стайл. Все эти магазины слишком женственные на мой вкус. Посмотрите. Вау, это прямо Барби-домик какой-то. Хотелось бы мне там жить. Маркет, судя по всему, должен быть впереди. Да. Я сегодня весь день не ела, я думала поесть, но потом я подумала, вдруг закроются все маркеты, я не успею посмотреть, поэтому я поем, когда закончу. Я могу управлять своим голодом. Честно говоря, когда я приезжала в Лондон, я никогда в жизни бы не подумала, что он мне настолько сильно понравится. Этот город мне уже как родной, хотя я здесь была всего там неделю. Я не вижу маркетов. Неужели они их закрыли? Это будет так обидно. Если они их закрыли сейчас, то значит я приду сюда завтра. Потому что я, если не сделаю то, что задумала, то я не успокоюсь. Очень многие фэшн-блогеры первым делом приезжают именно на эту улицу, чтобы фотографироваться на фоне этих разноцветных домов. Так что, если вы живете в Лондоне или приедете сюда, то, думаю, вам тоже стоит посетить. Это просто очень такая душевная, на мой взгляд, улица. Только что какой-то чувак мне кричал «Барби». Меня пугают такие люди. Не думают, это мило, но это не мило, это просто странно. I'm not afraid to die.
этой лавке, к сожалению. Впереди я там видела одно место, там были кимоно такие прикольные, а еще тут было место с вещами из Японии, а я обожаю Японию. Сейчас я пойду найду его. Если оно не закрыто, то может куплю себе какой-нибудь сувенирчик японский. Очень логично покупать японский сувенирчик в Лондоне. Молодец. Вот этот японский магазин, о котором я говорила. Я думаю, я сюда не буду все-таки завтра возвращаться, поскольку я, в принципе, увидела все, что хотела. Сейчас зайду сюда, посмотрю, что там еще есть. Я решила не сходить с ума и ничего не покупать, поскольку, я не знаю, мне кажется, если что-то куплю, то меня разнесет, и я куплю еще больше. Я иногда могу быть барахольщицей жуткой. Тут цены прямо бешеные, и то, что я могу здесь потратить за неделю, я в Турции могу потратить за месяц. То есть, это слишком. Нифига себе, эта песня подходит сейчас очень. Видите, какой интересный магазин? Что это все такое? Они запретили мне снимать в магазине, поэтому извиняюсь. Там было много милых безделушек. Где мне стоит кушать, наверное, стоит пойти в итальянский. Как видите, британские школьницы нам махали. Они такие милые, у них такая милая форма, это просто что-то с чем-то. Да. А сейчас я все еще не нашла, где пожрать. Это грустно, я хочу кушать. Просто я хочу где-нибудь в интересном месте покушать, поэтому я так тщательно ищу. Смотрите, там модельки позируют, их там фотографируют. Можно найти все, что хочешь. Еду, всякие украшения, одежду. Все, просто все. Цветы. Надеюсь, меня не собьют. Не сбили, прекрасно. Даже если тебе ничего не нужно, тут все равно просыпается некое дикое желание что-либо купить. Тут, где я хотела покушать, здесь органическая кухня. Мне кажется, интересно. Надеюсь, они работают. Ну все, ребят, теперь я уже устала. Хоть и поела, хотя обычно после еды у меня энергия появляется, но сейчас мне просто хочется лечь и поспать, наверное, потому что я заболела. Так что я направляюсь в отель на трейне, то есть на поезде. От этого места до нашего отеля 10 минут, так что скоро буду там.